12 ноября 2011 года при Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно начало свою работу Православное общество трезвости «Покровское». Общество создавалось по инициативе людей, страдающих от алкоголизма. Реабилитационная деятельность общества основывается на православном мировоззрении и духовном святоотеческом опыте борьбы со страстями. Члены общества принимают обеты трезвости и активно участвуют в богослужебной литургической жизни общины Свято-Покровского собора.